15 февраля в СПбГУ состоялся вечер вокальной и фортепианной музыки эпохи романтизма. В программе выступления тенора Ростислава Королева и сопрано Ирины Городецкой, а также кандидата искусствоведения и концертмейстера Надима Айдарова. Это событие, прежде всего, конечно, особенное для жизни университета, но самое главное здесь – это вот такой образ исторического моста, которое соединяет нас с памятью о прошлом. И это совершенно необходимо нам сегодня, в 21 веке, вот эту связь осуществлять в своей деятельности. Концерт организовал ансамбль старинной музыки СПбГУ «Музыка Универсалис». Прозвучали произведения Александра Даргомышского, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Иоганна Брамса и других классиков. Нам очень нравятся немецкие лиды, немецкий романтизм. Ну, интересно, красиво звучит. Да. И немецкая музыка, в принципе, очень сильно повлияла на русских композиторов, таких как Чайковский. Немецкий язык, ну, по крайней мере, как нам кажется, он очень хорошо как бы с правильным вокалом связан. То есть это очень хорошо, у него такие как бы округлые гласные, да, он сам по себе такой достаточно... Очень удобный, да. Да, очень удобный. И поэтому на нем как бы петь и на нем выстраивать звук, ну, легче, как нам кажется, чем на другом языке. Итальянский тоже. Зрители, истинные ценители классической музыки, остались под сильным впечатлением от концерта. Очень люблю музыку. Очень люблю наш музыкальный Петербург, и для меня сегодня было просто необычайное, неожиданное вообще удовольствие прослушать в таком исполнении такую музыку романтиков и наших русских композиторов Даргомышского, Рахманинова в таком прекрасном исполнении. У певцов великолепные голоса. И комментарии концертмейстера, его искусствоведческая, музыковедческая передача вот этого вечера сегодня была просто великолепна. Концерт состоялся в рамках цикла «Менделеевские среды». Эта традиция в СПбГУ воссоздает вечера, когда в университетской квартире Дмитрия Менделеева по средам собирались друзья его семьи, представители искусства и науки. Алена Родичева, Кристина Нестерова, Ксения Кузнецова, Вячеслав Макаров, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.